А вам когда-нибудь изменяли? А вы? Что я думаю об изменах? Хороший левак укрепляет брак. Это сказала не я, кстати. Я считаю, что, как в принципе все на свете, вот если я скажу, еще поставлю в ряд несколько слов, дружба, любовь, измены, та-та-та-та-та-та. Смотря с какой стороны вообще смотреть и что подразумевается конкретно в определенной ситуации. Есть разные мотивации, разные причины. Мне изменяли, я изменяла, и это хорошие жизненные уроки, я считаю. Потому что, в принципе, если тебя все устраивает в отношениях, то у тебя не будет возникать мысли идти налево. Это просто классическая формулировка, мне кажется. Но есть, я еще, правда, вот не проверяла на себе, но говорят, что после 10-15 там, лет брака свежесть пропадает. И, конечно же, супруги пытаются как-то, вот как раз с помощью формулировки «хороший левак укрепляет брак», подогревать отношения. Я не знаю. Я пока не знаю, не плавала. Я пока придерживаюсь. И мне мой жизненный опыт показывает, что если возникает такая мысль, желание, и ментально, физически, это не важно. Если такая мысль вообще, в принципе, появляется, значит, что-то тебя в отношениях не устраивает. И это повод для того, чтобы работать над собой, и работать, в принципе, над собой в отношениях. И, значит, какой-то ступор, значит, развития нет. Отношения живы, пока есть развитие. Нет развития, отношения умирают. А потом люди тоже по 10-15 лет рассказывают друг другу, какая они классная семья. Отношения умерли давным-давно. И таких браков, вон, пойди на улицу, выйди, каждый второй.